такой питомца. Дочь, ну у тебя же аллергия. Так и так. Ну не расстраивайся, мы обязательно что-нибудь с тобой придумаем. У меня на рыбок аллергия нет. Поэтому мама купила мне аквариум. В моем аквариуме живут креветки, рыбки и маленькие улиточки и большая улитка. А это красные рыбки Дания. Они любят плавать на поверхности. А эти рыбки называются неоны. У них голубая неоновая полоса. Они любят плавать в середине аквариума. А на дне плавают сомики. А на растения живут креветки, вишенки. Растения нужны для кислорода и питания рыбок. Потому что рыбки в воде дышат кислородом. В аквариуме нужен грунт. Это может быть песок и камни. Растения прирастают к грунту корнями. И еще в аквариуме нужен фильтр. Фильтр очищает и обогащает воду кислородом. В аквариуме обязательно нужен свет для роста растений. В аквариуме есть большая улитка. Она чистит стекло. Я очень люблю наблюдать за рыбками целый день. Они очень веселые и красочные. Я за ними ухаживаю, кормлю и меняю воду. А менять воду в аквариуме обязательно. Мыть рыбок нужно специальным кормом. Это сухие червячки и витамины. Как-то мне грустно. Они успокаивают меня. Я очень люблю свой аквариум.